Спустя год после первой в истории страны зимней Олимпиады Сочи снова принимает гостей. Участники Олимпийских и Паралимпийских игр, волонтеры и болельщики собрались вспомнить самые яркие эмоции и победы. В Ледовом дворце «Айсберг» тысячи болельщиков снова увидели фрагменты церемонии открытия и выступления спортсменов. Зал приветствовал триумфаторов стоя. В числе зрителей был и президент России Владимир Путин. Из Сочи репортаж Александра Руденко. То, что грандиозное шоу проходит во дворце «Айсберг», символично. Именно этот лед стал самым золотоносным для российской сборной. Все, кто ковал победу, в общекомандном зачете представили свои виды спорта. И сейчас один из самых важных моментов этого грандиозного шоу в Ледовом дворце «Айсберг». На арене представляют свои виды спорта. Олимпийские чемпионы, бобслеисты, биатлонисты, лыжники и фигуристы. С импровизированного горнолыжного спуска сноубордисты спускались уверенно, хотя без снега это делать довольно непривычно. Еще более забавно смотрелись биатлонисты в лыжах на льду. Когда мы репетировали, было первое желание, лучше бы нам дали коньки, чтобы было все хорошо. Но потом попривыкли, и все, ну, классно. На шоу приехал и Владимир Путин. Президент поблагодарил спортсменов и поздравил россиян с годовщиной начала домашней Олимпиады. Для нас было делом чести провести этот праздник на самом высоком, на высочайшем уровне. Максимально полно и широко показать всю красоту, все многообразие нашей страны, ее гостеприимство и открытость всему миру. Наследие, которое оставила Олимпиада, его потенциал смело можно назвать беспрецедентными. Самые бурные овации 8 тысяч зрителей достались паралимпийцам. Когда на лед выкатила наша хоккейная сборная, зал встал, отдавая аплодисменты дань мужеству и силе духа. Когда все только начиналось, когда я посещал объекты, которые предстояло построить, в голову приходили простые мысли. Неужели мы все это сделаем? А потом, когда все состоялось, тогда возникла другая простая мысль. Неужели это мы все сделали? Но это действительно так. Это мы сделали. Это сделала вся страна, вся Россия. Вслед за заслуженными спортсменами России на лед выехали подрастающие фигуристы, лыжники и, конечно, юные хоккеисты. Уже после шоу в закулисье «Айсберга» Владимир Путин оказался в окружении спортсменов. В неформальной обстановке еще долго делились впечатлениями и воспоминаниями. Уж слишком насыщенным для всей страны оказался прошедший год. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки и Светлана Пашкова. Вести, Сочи.